В новом тепловом сезоне 2015-2016 года Zilon представляет новинку модельного ряда тепловых пушек – серию Profi, сочетающую в себе надежность, эргономичность, отличную производительность и привлекательный дизайн. Одно из основных преимуществ тепловых пушек Profi – это эргономичная ручка, которая позволяет удобно переносить устройство, а также регулировать угол теплового потока, при этом не прикасаясь к нагретому корпусу. Тепловая пушка Profi может работать в трех режимах – без нагрева, экономичный нагрев и интенсивный нагрев. Любой из режимов можно выбрать с помощью контрольной панели. Также на панели управления есть встроенный термостат, который позволяет регулировать и поддерживать установленную температуру. А встроенная термозащита автоматически отключает пушку при перегреве. Благодаря новой форме шасси с увеличенной высотой появилась возможность регулировать угол наклона в более широком диапазоне и направлять тепловой поток в нужную зону обогреваемого помещения. Также более удлиненное основание шасси придает тепловой пушке идеальную устойчивость. Профессиональный двигатель и высокоэффективный вентилятор создают мощный направленный воздушный поток, способствующий максимально быстрому нагреву помещения. Благодаря воздушному зазору между внутренним и внешним контуром корпус пушки не перегревается. Благодаря надежным тенам из нержавеющей стали обеспечивается не только высокая эффективность нагрева, но и предотвращается выжигание кислорода и пересушивание воздуха в помещении. Специальная форма тенов прибора позволяет создавать мощный, низкотурбулентный поток воздуха, что обеспечивает равномерность нагрева. Качественный шнур питания и надежная электрическая вилка сделают процесс подключения простым и удобным. Покупая тепловую пушку Profi, вам нужно лишь достать прибор из коробки и включить его в сеть. Удобная в использовании тепловая пушка Profi идеально подойдет для обогрева и просушки воздуха и поверхностей в бытовых или жилых помещениях. Эти небольшие мобильные приборы обеспечат быстрый нагрев и поддержание необходимой температуры.